Ну, там сейчас распродажу этого не издателя. Ну, этих. Соус всех. Он через день, по-моему, прошел все части без дамага. Ну или в течение недели, короче, по-моему, это было. Ну пойдем посмотрим, что это за комната там такая волшебная, в которой что-то есть. Но пока не совсем понятно, что. Не ори. Ты дней 5 назад так говорил, по-моему. Ну давай проверим теорию. Босс? Мне кажется, босс. Я вот прям вот чувствую, что босс. Ну блять, ну это босс. Амигдала? В смысле? Ёп, здорово. Это тот, который меня впустил сюда? Хуя. Видел бы что-нибудь, блять, за ним. Серьезно, хуйня. Хуйня, серьезно. Хорошо, давай так с тобой поговорим. По рукам. По рукам. По рукам. По рукам, говорю. Воу-воу-воу. Тихо-тихо-тихо. Так, спокойно. Я тебя понял. Я тебя понял. Ты классный, да? Пизда ты весь такой. А-а-а-а! Воу. Ну, я поехал, да? Да ёпт. Так ты давай меня не имей тут, алё. Стреляй, стреляй. Хорош.
Бля, ты чё? Ты руки себе оторвал? Ты на все руки оторвал? Дурачок, что ли? Ты где? Бум! Бля. Чеша больного Лорана. Ну, прикольно. Это чтоб ты знал, чтобы стример в эфире. Потому что бывает как бы повтор. Как бы. Так, я не понял сейчас. Еще и все. Всем спокойно, это ограбление. Кого? Я ушел оттуда. Там все двери закрыты. Что мы взяли? Какую-то чашу. Ну, это, видимо, для этой хуйни. Что-то как-то здорово. Что ты мне ничего не рассказываешь? Я хочу знать, куда идти. Кстати говоря, тут же должно было что-то новое появиться. Взяли что-то с молнией, скорее всего. Что-то не особо и добавилось что-то. Я думал, добавить что-то. Ну вот это, наверное, Тони Трус добавили. Но он у меня и так есть, зачем он мне? Да, в этом вся эта игра как бы и состоит. Каждые 5 минут я задаюсь этим вопросом, куда, блядь, идти? Амулет прочитал. Тобой поднял. Разве? Сейчас чекну. Мне показалось, просто он выглядел так же. Синий камень по центру был. Белая какая-то концовка. Окантовка. Ну, мне показалось, что я вот это поднял. Я что-то другое взял?
ниже. Действительно. Значок хранителя космического ока. О. Значок члена хора, почетно представитель церкви исцеления. Око символизирует сам космос. Прозрение явилось хору крайне неожиданно, почти случайно. Вот мы стоим, укоренившись ногами в земле, но может быть космос совсем рядом, прямо над нашими головами. Боже. Ты там еще не померла? С тобой что-то не так, да я уж догадался. Так, а как мне... Мне что-то кажется, что я в этом не все сделал. Как это называлось место? Граница кошмара. Лекционный корпус. Что-то кажется, я тут что-то не сделал еще. Что-то как больно закончилось быстро. Там же еще второй этаж есть. Там кто-то ходит. Ну я что-то, по-моему, вошел и вышел сразу отсюда. А вот здесь что? Чё? Иди нахер! Ржет он там. Заебал. Я, конечно, сейчас все постараюсь проверить, но... Коллекционная. А сюда мы вошли, и нас сразу выкинуло наружу. А вот здесь чего? Ага! Тут мы не были. Чё я? Давай без обнимажек. Это седал. И все что? Эй! А как же, ну, там что-то куда-то дальше? Эй. Ми-ми-ми-ми-ми. О. О! О, ебать, здрасте. Сундук. Красное желе. Это еще что за говно? Материал используем в ритуале святой чаши. Рожденные дети с утроба непонятных существа, похожи на тех, что можно найти в уголках старого лабиринта. Пиздец, ты, блядь, таскаешь с собой всякую хуйню. Как тебе земля-то носит? С такими предметами в инвентаре. Что-то я... Что-то я не поняла. Что за хунай? Здорово. Давай. Мир труд май, давай. Да. Эх, нихуя тут лагает. Ты слышишь?
Че, как я сюда попал? Меня просто сюда телепортнуло, да? DLC есть, без понятия, проходить не собираюсь все равно. Да иди ты нахер! Договор был просто на игру. Любите на меня прыгать, сволочи. Студенческая униформа. Что это за кресло? Ксавьер, ты или это? Чего оно блестит так классно? Студенческая униформа, где ты? А у меня уже есть. Только разная. Униформа учащихся Бургенверта, исчезнувшего образовательного учреждения. В этом варианте отсутствует плотный плащ. Церковь исцеления уходит своими корнями в Бургенверт, и поэтому заимствует оттуда элементы дизайна униформы. Далее это... Сосредоточенность не на знаниях и размышлениях, а на чистой претенциозности и понтах повергла бы мастера Вильяма в отчаяние. Персонаж женщина. Да, красоточку играем. Не, ну это чётко дичь. Вроде бы я везде сходил, а как подняться на второй этаж тогда? Чё, блять, устроили-то, алё? Хорош пухать! Иванов, опять спишь? На моих лекциях. Сисян? Сися, конечно, зовут. Бляха, где проход-то? Вообще здесь есть? Опять ты. Я не понимаю. Я сейчас в текущем состоянии могу подняться наверх? Скажите мне, а то я, может, просто время трачу. Всем спокойно, это ограбление. Кто из вас, кто хоть дёрнется, перехуярю всех до единого. Что, да? Да, я трачу время. Или могу подняться?
Тут мне не кажется, Некрополь мне врет. Ты сюда на второй этаж ворвался, не так как ты. Я никаких лестниц не вижу. Из этой комнаты я могу подняться. Спускался со второго этажа. Значит, как-то туда можно попасть из другого места. Еще мог пропустить. Чего он хп отнимается? Что-то я в панике, короче. Чё я, блядь, ищу? Опять я сюда, что ли, пришел? Или что это? Охуенно было. Что это за место?
Кость! И сразу хрусь. Так, я запомнил дорогу. Хоть как-то. Ой, ёпт. Слышь, чего, блядь? Ты чё там сидишь? Блять, слышу, Росомах, не бри, ты неряха. Слышь, чего? Сидит, блядь. И как тут залезть? Я не понимаю смысла этой локации, вообще уже ничего не понимаю. Мы просто топчемся на месте, я не могу найти ничего. Так, где я? Еще раз. Это вон туда мы вошли. Дойдем хоть. Да, блядь, не цепляйся ты за все подряд. Дому дороги. Где это? Шушина. Дому дороги. Спасибо, боссман, за хост. Ну я же ударил, блядь, начинается. Пошла в пизду. Бля, пошел. Мне грустно от того, что здесь происходит и как эта игра сделана.
Я не знаю, куда идти. Абсолютно без понятия. Кому это нужно? Мобильные игры на ПК. Раньше вроде там кто-то был. Это же то место. Собака была, да? Очень странно. А здесь еще закрыто. Там не было еще тоже. Да что ж такое-то? Где это место? Да, пощелкать. Серьезно, закрыто устройством? Где это устройство? А вот и оно. Что это за место вообще? Как туда попасть? Короче, я нихуя не понимаю. Куда идти ты? Я ебу, блядь. Что? Иргул духовной деревни. А что там было? Я не помню. Давай. Наведи меня. Здесь я хз. Мне кажется, тут я все оббежал тоже. В том здании я уже все делал.
Есть дверь, которая была закрыта, теперь открыта. Рядом с тюрьмой. Чё? Ты откуда? С какой тюрьмы? Там куда нас унесли? А я туда не могу переместиться. Че? Подожди. Бургенверт? Эй? Погадай тут. Я думал, там Бургенвер. А это что-то... Где мы были? А мы сюда-то внутрь попали? Что-то я вообще не помню. Серьезно. Я, по-моему, здесь круг просто сделали. И пошли дальше. Ой, блядь. Ну начинается. Иди ты в пень. Сука, Бакстер Стокман ебучий, я туда. Тоже не то. Здесь был, да, Ром. Чё-то я думал, что это не Бюргенверт. Значит, это Бюргенверт, а там что-то, да, там церковь исцеления, что ли? Церковь, которая, ну, в принципе, да, церковь скрыта от всего. Наверное, церковь исцеления. Какую-то подземную тюрьму теперь попасть. Да я его убил, да. Я понять не могу, как мне попасть в Яргуле. Так я тут все оббегал. И входа никакого не нашел. Такое. Теперь мне, блядь, заново все оббегать, потому что я уже не помню, что здесь где лежит. Охренительно. Здорово. Нравится. Здесь была дверь какая-то. Опа, блядь, старый. Чего? Домой. Честно, должен был упасть? Нет, не должен. Это локация с этими бесконечными врагами, с этой колоколящей бабёхой,
Как они заебали меня все здесь. Они такие все никчемные, иди в жопу. Иди нахуй. Можно ты, блядь, где-нибудь в другом месте будешь звонить? Заебало. Успокойся. Тюрячка. Чё надо? Домой иди. Я не виноват, в игре такие текстуры. Я ни при чем. То, что я не упал, целиком, полностью заслуга игры. Как бы где-то здесь. Больше у меня особо вариантов нету. Блядь. Нахуй отсюда. Но только где-то внизу. Я отсюда не помню, нашел я нормальный выход, потому что я тут что-то спрыгивал вниз. Слышь, баб, друиды, блядь. Нахуй отсюда идите, парномикс, панор... Блять, передавайте привет, короче. Ну. Как бы мы сюда вошли, и как бы все. Еще теперь вспомнить, как дальше пройти. Куда делся чувак? Здесь обычно чувак появлялся второй. Куда он делся? Опять как бы не здесь, что ли, еще? Кипаса? Ну, парло итальяно. Ой, мать. Вот и второй. Старый, не смей, блядь.
Я не вижу здесь выхода. Как я туда наверх попал? И опять мимо бабёх. Но замечательно. Я рад, что в респаунде здесь каждые 2 секунды. Молодцы, красотки. Люблю вас. Я люблю вас. Да-да-да. Я не помню. Это куда спуск? Ясно, понятно. Я не пошел дальше, потому что некуда мне идти было дальше. Я не знаю, куда идти. Я же первый раз играю. Без гайда, без ничего. Я знаю, я вижу дорогу, я иду туда. Не вижу дорогу, не иду. Товар, значит, что? Ой, мразь! Кипаса, это почему? Я тебя сразу остановлю, если ты пытаешься задать мне какой-то вопрос. Ну почему? Ты хотела узнать, какой мой стас? Как мои дела? Дела от... Пратите. Я не знаю, кстати. Здесь вниз прыжок, это к этому. Как его называют? По сути, куда и здесь? Я не понимаю. Что они от меня хотят? Так, ну они реально слабее стали. Но это не отменяет того факта, что я не ебу куда идти. Что тебе надо? Вот побегай несколько часов, блядь, по одному и тому же месту, не понимая, куда тебе нужно идти. Тогда поговорим. Я вот сейчас бегаю и не понимаю, что от меня хотят. А от меня что-то хотят. Я не знаю чего.
Мать, те, кто молоток дал. Ты че? Ты че, падла? Бабуся чисто на автопилоте, по-моему, сейчас влетела в меня. Проход все это время. Ёб твою мать. Это что за барадушка лягушки, блять? Что это такое? Оу. Ага. Узнаю место. Узнаю место. Очень-очень узнаю место. Опа. А вот это интересно. А это кто? Это охотник. Какой-то. Стоит, блядь. Интересно. Поэтому нельзя было телепортнуться, потому что он там стоит. Оккупировал фонарь. Писька. Вай. Чего пригорюнился козел безрогий? Ты чего? Добро пожаловать домой. Мне кажется, задремала. Еще. Сколько надо? 2300. Не трогай меня за руку. Не надо, не надо. Я боюсь. Мне это. Как ты? Гермофобия или как это? Боюсь, когда меня до моей кожи докасается кто-то. Не люблю. Не трогай меня. Так, а это где был-то? Часовня Ергул. Подземная тюрьма. Так, я сейчас попить себе налью.